Приветствую вас. Я думаю, что вас очень сильно задевает эта ситуация. Я думаю, что вас очень напрягает эта ситуация. Я думаю, что вам она неприятна. Я думаю, что вам она тяжела. Я думаю, что это в какой-то степени влияет на вашу самооценку, влияет достаточно сильно, вызывает вас, тревожит, беспокоит, вызывает страх, вызывает, может быть, отвращение, может быть, что-то еще. Важнее немножечко другое, а именно то, чтобы вы отделили проблемы своего мужа от проблем своих собственных. Потому что гадать, что там у вашего мужа, да, какие у него там есть трудности, какие у него там есть проблемы, сомнения, желания, стремления. Это дело, мягко говоря, крайне, ну, крайне безнадежно, потому что чужая душа потемки. И я не думаю, что это хорошо и тем более этично говорить, ну, о нем. Это больше из серии «погадать». А вот говорить про вас, что вы за ним следите, что вы нарушаете его личные границы, вторгаетесь в них, относитесь неуважительно к ним, не доверяете ему и так далее. Вот об этом говорить вполне себе может. Другой вопрос. Чем это вызвано? И это, наверное, очень, ну вот, пока важная вещь. Как получилось у вас так, что вы перестали друг другу доверять? Как получилось так, что вы, ну, перестали ну, принимать мужа таким, как он есть, да, стали, вот, грубо говоря, там, как-то вот негативно воспринимать то, что он делает. То есть, условно говоря, начало ли это происходить в определенный момент времени? Происходило ли это всегда, просто вы отказывались это замечать? Это нужно выяснить. Нужно вам в этом разобраться. И разобраться в том, как вы это воспринимаете. И почему вы это воспринимаете, вот, ну, так, как воспринимаете, ну, условно говоря. Вот. У этого всего есть свои причины. Я хочу, чтобы вы это поняли. Вот в первую очередь нужно работать с причинами вашей реакции. И уже потом, потихонечку, озвучивая свою позицию мужу, приходить к какому-то общему решению, каким-то общим точкам соприкосновения, которые могли бы стать новой основой ваших отношений. Или наоборот. Или наоборот, точка разрыва. Вот.
Вы знаете, есть люди, которые любят все контролировать, которые хотят все контролировать. Они, конечно, не могут, никто не может, но люди хотят. Есть те, кто хочет быть под контролем кого-то. Есть те, кто хочет, чтобы какая-то сфера жизни человека находилась под контролем. И каждый из двух типов людей, тех, кто любит контролировать ту или иную сферу, и те, кто любит находиться под контролем в той или иной сфере. Вот эти два типа людей могут определять в том числе и поведение в интимной сфере. Поэтому я рекомендую вам обратить внимание на данный аспект вашей ситуации. Я уверен, что если вы внимательно приглядитесь, вы сможете ответить на те вопросы, которые у вас есть. Ну, до известной степени, до известного предела, конечно. Ну и последнее, наверное, что хотелось бы у вас спросить, почему вы решили, что психологи без непосредственной работы с человеком могут знать ответы на вопросы, касаемые этого человека? Неважно, какую сферу. Вы правда считаете, что все люди одинаковые? Или вы, может быть, считаете, что индивидуальность недостаточно важна? Как бы, условно говоря, диагностику придумали не просто так. Вот мне бы хотелось просто понять, как вы пришли к мысли о том, что вот я сейчас задам вопрос даже не про себя. И люди в интернете, просто прочитав то, что я им опишу, смогут мне ответить. Вот как вы пришли к этой идее? На что вы опирались при формировании такой мысли? Может быть, это является такой вот вашей стратегией по жизни, что какие-то вещи вы либо склонны упрощать излишне, либо склонны перекладывать на плечи других, из-за чего чувствуете себя в подвешенном таком незащищенном состоянии, что делает вас неуверенной, что в свою очередь может приводить к некоторым трудностям, к некоторым проблемам. На этом все, я надеюсь, что помог вам, желаю всего самого доброго, удачи, надеюсь на обратную связь.